Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». У микрофона Ольга Близина. Здравствуйте. Главврач Кирово-Чепецкой ЦРБ зарабатывает, как губернатор Алексей Быстраков, самый богатый среди руководителей центральных районных больниц в Кировской области. Согласно декларации за 2020 год, он заработал 3 миллиона 130 тысяч рублей. Доход губернатора Кировской области за этот же год – 3 миллиона 180 тысяч. Есть среди врачей тот, кто получил еще больше. Это руководитель Центра онкологии и медицинской радиологии Сергей Бакин. У него доход – 3 миллиона 270 тысяч. 3 миллиона за год заработал главврач Кировской горбольницы номер 5, но в эту сумму включены деньги от продажи имущества. Начальница областной стоматологии Ирина Халявина заработала 2,9 миллиона рублей. Около 2,5 миллионов указали в декларациях начальник бюро судмедэкспертизы и глава инфекционной больницы. Программа «Экономика». Через 5 лет предприятиям будет нужно только 15% сотрудников с высшим образованием. Об этом говорилось на заседании Общественного совета Кировского управления службы занятости. Почти 600 кировских предприятий представили в службу прогнозные цифры по потребности в кадрах к 2027 году. Это компании, которые реализуют инвестпроекты, выпускают продукцию или оказывают услуги в значительных объемах. Подсчеты показали, что в 2027 году этим предприятиям понадобится 47 тысяч работников – 7 тысяч люди с высшим образованием, остальные со средним профессиональным. Больше всего таких работников потребуется в сфере обрабатывающих производств, торговли, строительства, транспорта, сельского, лесного хозяйства, образования, здравоохранения. Экономика на 101 FM. Экс-полицейский в Омутнинске брал взятки за крышевание азартных игр. Бывший замначальника отдела полиции города Омутнинска признан виновным в получении взятки. Как сообщает Кировское следственное управление, полицейский получил более 70 тысяч рублей за покровительство группировки, которая делала бизнес на незаконных азартных играх, а также за предупреждение о полицейских рейдах в игорные залы. Данный факт был выявлен в ходе взаимодействия УФСБ, регионального следственного комитета и отдела собственности безопасности УМВД. Суд назначил бывшему полицейскому 4 года условно с 3-летним испытательным сроком и штраф 360 тысяч рублей. Также мужчина не сможет работать на государственной и муниципальной службе в течение 3 лет. Приговор пока не вступил в законную силу. Экономика. Завершение валютных. Доллар сегодня 74 рубля 36 копеек. Курс евро 89,93. Ольга Близина. Новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.